Твою мать! Нет! Три аркана уже должен продать! Да ну нафиг! Здарова всем, ребята! Кента пока на проводе, и прямо сегодня будет мега-битва! И я, Кента ПК, каждую свою смерть буду продавать аркану за 0.03. Это, ребята, просто полный трэш и полная жесть. Я очень сильно надеюсь, что мы не проиграем, потому что если мы проиграем, мне придется продавать 8 аркан минимум. Поэтому, ребятки, очень сильно надеюсь, что мы выиграем. Играем на всю карту. В этот раз я позвал побольше людей, играем 3 на 3. И, ребята, если вы помните, я снял продолжение этой рубрики, потому что вы все поставили лайки. Поэтому я вас очень прошу, обязательно поставьте огромный, жирный, царский лайк под это видео. Ядрить, колотить! Ох ты, блин, японский магнитофон. Так, 64 хп. Ребят, меня чуть не изнасиловали. Вы гоните, если я проиграю в первом раунде, это будет обидно. Так, нормально. Твою мать. Этого был. Чувак, у которого было 3 хп, он меня убил. Ядрить, колотить, за что? Минус аркана в первом же раунде. Не, ребят, это уже, конечно, перебор. Все, больше рашить не буду. Возможно, вы напишите в комментариях, что я крыса, нуб и так далее. Но больше рашить я не буду. Потому что, ребята, меня это уже надоело. Уже одна смерть, понимаете? Это уже... минус одна аркана. Поэтому, блин, надо поосторожней. Я очень надеюсь на вашу поддержку в виде лайка. Ребятки, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Потому что я делаю такой контент, и все ради вас. Я сейчас, кажется, кого-то убью. Да, все, все, изи, 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 2-0. Вот это вы, нубы. Вот это, вот моя команда, тупо лучше, красавчики. Ох, фига себе, у каждого есть медаль. Пацаны, давайте по пятюне, моя команда. Так. Блин, вообще красавчики. Братик, давай на пятюню, пятюню. Оп, красавчик, красавчик. Так, все, продолжаем играть. Булки не расслабляем. И давайте-ка я, ребятки, в этот раз пойду немножко не по обычной позиции. И, возможно, я их увижу где-то тут. Так, я их тут не вижу, но я вижу их на минимапе. О, мы опять выигрываем, блин. Не зря себе в команду взял этого парня. Замейка, хорош. Нормально, минус один. Так, я по минимапе вижу, что второй противник вот где-то тут. Вот прям где-то тут. А, все, победа, изи вин, да ну. Фух, ребята, честно говоря, вот честно, я уже в душе обосрался. Я уже думал, все, Абелла придется делать минус 8 аркан. Но пока что всего лишь минус 1 аркана. Я вас прошу, играйте, ребят, играйте тупо как играете. И, кстати, а чуть я на последнем месте, фига себе, я нуб. Надо исправлять эту ситуацию. Так, ну что же, продолжаем дальше. Опа, Гордеев, давай, спокойной ночи, малыши. Да вы что, вот этот папочка раздает. Вот это я в ударе. И все, это на все, что вы способны. Террористы, да вы рофлите. Изи. 4-0. Конечно же, данный счет очень радует мой глаз. И я, ребят, надеюсь, что мы и выиграем сухую. Блин, если мы выиграли 7-0, все, наверное, начнут писать, что это постанова. Но это не постанова. Тут все по-честному. Все по-честному, без обмана у начальника Сулеймана. Фух. Нормально. Вот это хедшотик прописал. Идемте дальше. Так, тут никого нету. Но я уверен, кто-то есть тут. Не, никого нету. Не, ну вот это я понимаю, команда мечты. Вот это понимаю, ребятки. 5 килов, 0 смертей. 5 килов, 0 смертей. И у меня одного 4 кило, 1 смерть. Но я, ребят, исправлюсь, я тоже вас догоню, надеюсь. Слушайте, а где последний? Братик, ты чё, афакашишь? А где последний? А последнего нету. Ха-ха-ха. Где последний террорист? Ну, я, скорее всего, догадываюсь. Мне что-то так кажется, что он где-то тут. А, вижу, вижу на минимапе. Вижу его на минимапе. И он убил Максимплея. Фига себе. Вот это, ребят, будет весело. Он уже кого-то даже убил. Так. Вот где-то тут, я отвечаю. Так, слышу выстрелы, ребята, слышу выстрелы. Это Габелла. Сейчас я его встречу и убью. А ну-ка. Панда Шоу, давай, иди ты первый, тебя не жалко. Потому что ты аркану не должен продавать в случае проигрыша. Все, красавчики, изи вин. 5-0. Блин, ребят, честно, я даже не ожидал, что все будет настолько быстро. И мне всего лишь надо будет продать одну аркану. Да вы рофлите.
Да ну! Не, ну конечно, еще рано радоваться, потому что мы еще до конца не сыграли. Рано, рано, рано. Но, ребятки, что-то так мне подсказывает, что, скорее всего, у меня будет максимум 2-3 смерти. Это максимум. А в лучшем случае мы выиграем 7-0. Я в афиге! Я в афиге! 72 хп! О, нет, ребята, все плохо. Змейка, иди меня спасать, меня еще убьют! Нормально. Так, Змейка убил парня тут, который был на балконе. Сзади, 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 Тёмка, 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 убили, две смерти! Да ну нахрен! Две арканы уже должен продать! Йо! Пожалуйста, не подведи, давай! Если ты выиграешь, то с меня тебе легендарочка. Вот если ты прям этот раунд возьмешь, с меня АКР Некромансер. Ну ничего, сейчас, ребятки, Кент ПК возьмет все в свои руки, и я куплю. Да-да, вам не показалось, это не сон, да-да-да! Это самый настоящий АВМ. И они, ребятки, сами напросились, я не хотел. Я не хотел брать АВМ, потому что АВМ, ну это уже крайние меры. Но они сами напросились, видите этот счет, 5-1, а мы должны выигрывать 5-0. Ух ты, блин. Вот так, давай, пока. Ха-ха, первый килл пошел. Так, отойди, жирный. Ух ты, блин, вы как-то быстро умираете-то. Так, и кажись, я кого-то видел тут. Я понял, я понял. Кажись, мы сейчас сдохнем, да, как я понимаю. Пока что 2 на 2. В принципе, нас одинаково, и у нас есть все шансы на победу. Блин, они бомбы заплентили. Вот говнюки! Бомбы заплентили! Но мы, ребята, побеждаем, поэтому, в принципе, все нормально. Нас двое, он один, счет 5-1, поэтому все. Сейчас будет извин. Главное, чтобы... Змейка, иди ты первый, а то меня жалко, хотя, в принципе, не очень. Потому что ты арканы продавать не должен. Давай, давай, ты иди первый, братик. Я за тебя тамщу, если что. Давай, прикрой, умоляйте, прикрой меня. Прикрой, пожалуйста, три. Нет! Три аркана уже должен продать! Да ну нафиг! Вы гоните! Что с вами произошло, ребята? Что с тобой? Что с тобой? А ну собрались! Вот это да! Блин, вот это жесть! Это, ребята, легендарный момент, потому что я должен продать три арканы. Ну это как минимум 1000 рублей России. Ну это уже, ребята, большие деньги. Некоторые из таких бабки работают с утра до вечера. Ё-моё! Фух, убил Гордеева. Фух. Все, пожалуйста. Вся надежда на моих тиммейтов. Надеюсь, они играют лучше, чем я. И кажись, я только что кого-то видел. Снизу. Давайте, давайте, собрались, собрались. Панда Шоу, покажи, на что ты способен. Давай, just do it. Так. Ох ты, блин. Я видел на минимапе, где-то тут последний. Ага, кажись, я понял, где он. Да ну нафиг. Я в афиге. Четыре арканы. Не, это рофл. Это реально рофл! Я должен продать 4 арканы? Охренеть. Не, ребята, это честно, это перебор. Я просто в афиге! 4 арканы, мать его, за ногу! 4! Фух, давай, давай, кен дыши, кен дыши. Я дышу. Фух, у меня аж давление подскочило. Буду стараться больше не умирать. Возьму себе АКР и буду где-то так, вот так, вот так, вот пару выстрелов сделал и все. Запрятался за укрытие, все. Буду играть очень аккуратно, потому что я умирать не намерен. Ох, блин, фига себе снайперы. Красавчик, красавчик, Панда Шоу. Играем дальше. По минимапе вижу где-то тут последний. Ох, красиво. Фух, нормал день. Счет 7-2. Я должен продать 4 арканы. Блин, 4 арканы, как же это много! Вы даже не представляете. Эх, обидненько. Очень обидненько. Но, пацаны, давайте хотя бы в этом раунде не умрем. Я вас прошу, я вас умоляю. Играйте на всю силу, давайте. Я тоже буду играть на всю силу, все. Кто умрет, тот редиска. И того в комментариях будет обзывать нубом. Вот кто первый умрет с нашей команды, того будет обзывать нубом в комментариях. Ясно? Надеюсь, я не умру. Иначе это будет очень обидно.
И заметьте, я не крысю, я иду и раш, я иду вперед в атаку. О, 17 хп! Пацаны, нужна подмога, балкон, балкон подмога, балкон подмога. Все, мы выиграли, ура, победа! И я, ребята, должен продать всего лишь 4 арканы. И, честно говоря, это, ну, немножко, да хрена, как немножко аркан. Ну что же, и прямо сейчас я, ребята, буду продавать арканы по 0.03. Буду продавать мои любимые, милые, драгоценные арканы. Я должен продать целых 4 арканы, потому что я нубяра, и я умер. Так, ну что же, продаем. 0.03. Поехали. Поехали, сейчас заплачу, поехали! Эх, повезло тебе, Димка. Плюс аркана. Ну что ж, давайте дальше. Раз, два, три! Минус 2 арканы. Эх, ребята, ребята. Ну что же, а теперь 3 аркана я тоже продаю за 0.03. Ребята, вы даже не представляете, мое сердце просто плавится изнутри. Оно разрывается на части. Ну ладно, не об этом. Продаем. Минус аркана. Алексей, поздравляю тебя. Ну а теперь я продаю последнюю. 4 аркану. И она самая дорогая. P350 Forest Spirit. Очень хороший, очень крутой и очень красивый скин. И я его тоже продаю за 0.03. Пока. Пока. И купил разработчик. Ну что же, вот такое вот вышло видео. Ребята, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите в комментариях хэштег «го еще», и я сниму продолжение. Обязательно, ребятки, подписывайтесь на мой канал. Хочу 400к. Ну что же, с вами был Кента ПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока.